Жители села имени Сакена Сейфуллина в Карагандинской области своими силами отремонтировали 25 километров дороги, которая соединяет населенный пункт с районным центром. Деньги выделили спонсоры, а вот ремонт сельчане сделали уже сами. Сейчас они собирают деньги на восстановление дамбы, разрушенной паводками 2 года назад. Нам нужно подготовить проектно-сметную документацию. Планируем приступить к работам в 2018 году. Для восстановления дамбы требуется примерно 5-6 миллионов тенге. Во время наводнения в 2015 году размыло около 300 метров тела дамбы.